футбол. Вон у Ленки двое детей уже. А ты всем за мячиком гоняешься. Ну что, красавицы мои? Я хочу собрать девчонок, с которыми раньше играли. Нашу детскую команду. Встреча выпускников, это прекрасно. Юлька Малышева раньше всех выросла. Мяч, Вабра! Мяч, подай! Счастливый удар, как из пушки. Алия, вратарь от Бога. Реакция муха не пролетит. О, это Надюха. Надя бультерьер звали. Думала, вы меня так из-за внешности соряете. Ну, из-за чего еще? Ленка Терехина. Рыжая молния. Ваша мама играла почти как Месси. Учить вас тактике, приемам, прочим фишкам. Понятно? Мы синенькие. Зачем тебе этот сбитый летчик нужен? Каждый человек должен иметь второй шанс. Я, знаешь, приехал сюда ради одного человека, а уезжать не хочу из-за двух. Помнишь, я просил не трогать ее? Забудь. Вам с детства твердят, что вам нужно делать, кем вам нужно быть, когда вам выходить замуж, когда рожать, но это ваша жизнь. Вы вправе сами выбирать, что вам и когда делать. Вы никому ничего не должны. Че, бабоньки, погнали? Что делаешь? Не, ну у меня два варианта было. Или пробежка, или вареники.